Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության տվյալների համաձայն 1990-ականների սկզբին սոցիալական եւ տնտեսական իրավիճակի վատթարացման հետևանքով 800 հազարից մինչեւ 1 միլիոն մարդ մշտապես արտագաղթեց Հայաստանից։ Այսօր տարեկան մոտ 60 հազար հայաստանցի աշխատանք է փնտրում Ռուսաստանում։ Մեր հերոսները երիտասարդներ են, որոնք ստիպված են եղել լքել երկիրն իրենց ընտանիքների հետ եւ այսօր որոշել են վերադառնալ եւ փորձել ապագան կառուցել հայրենիքում։ Я приехала из Москвы и захотела жить здесь, в Ереване, уже, наверное, год или два назад. И сейчас у меня есть идея открыть здесь школу фламенко. Меня зовут Артем, я приехал из Москвы. Я покинул Армению в 1993 году и в 2012 году решил вернуться обратно на родину. Не знаю, что из этого получится, я не знаю. Я ощущаю и осознаю, что в частности и от меня лично зависит, что будет с моей страной. В определенный период времени, уже когда у нас появились дети, дети начали уже расти, мы решили, что было бы хорошо, чтобы наши дети росли у себя на родине. Это одна из основных причин, которая подтолкнула. Вторая причина была то, что я всегда в глубине души мечтал, что я когда-либо вернусь в Армению и смогу здесь уже дальше, значит, соответственно, жить, работать. И тот опыт, и те знания, то образование, которое я получил за рубежом, те знания, которые я получил, тот опыт работы, я смогу применить здесь, работу уже на благо своей страны. Не хотелось переезжать в Ереван, наверное, только потому, что понимала, что в Москве построить свою карьеру легче, чем в Ереване. Да, там возможностей много, там выбор большой, рынок большой, и что касается мужа, и что касается меня. Но я осознавала, что работая в Москве, я своих детей видеть не смогу. Мои родители были категорически против нашего переезда, потому что они переехали в Москву, чтобы у нас было хорошее будущее, вдруг оторваться, работа, старшая дочь, которая работает в хорошей компании, на хорошей должности там, и перспективная очень, вдруг переехать в Ереван. У меня постоянно голова была повернута вот в сторону Армении. Да, это не совсем благополучная страна. Да, если сравнить Ереван с Москвой, где я прожила большую часть жизни, здесь меньше возможностей, да, здесь больше какого-то местничества, да. Но, тем не менее, мне здесь комфортнее. Я считаю, что здесь все равно можно найти свое место, если сильно захотеть. Ты такой же, как и все, да? Ты не отличаешься здесь. Ты не хуже и не лучше, ты армянин. И мне кажется, это уже большой аванс, и это уже большая возможность для того, чтобы добиться того, чего ты хочешь. Желание все-таки жить в своей стране, и почему бы нет быть полезной своей стране и попытаться сделать что-то лучшее для своей страны, оно вот как-то, возможно, проснулось. Я не могу сказать, что это было всегда, но проснулось вот в последнее время. Я живу так, то, что вначале мне говорит сердце, но потом я пытаюсь понять, почему оно у меня это говорит. И я, в общем-то, это очень осознанно. И здесь я очень много для себя открыла, и себя я по-новому открыла. Для меня стало очевидно, что если мы, наше поколение, не будет что-то предпринимать, чтобы в нашей стране, в Армении, что-то изменилось, то здесь никогда ничего не изменится. Безусловно, мы представляли себе очень хорошо, что это не будет, как бы, мы не надевали розовых очков. Мы приезжали сюда, мы знали, что будет непросто. Но, в принципе, мы были готовы к этим сложностям, потому что просто не бывает нигде. Я не представляла, что в Ереване есть какие-то современные компании. Там для меня это как-то вот что-то вот такое, потому что я помнила, в принципе, Армению только вот эти плохие вот эти годы. Если ты жил за границей и успешно жил, а не в каком-то гетто, созданном тобой же, и ты полностью ассимилирован, ты полностью интегрирован в общество, переезд сюда – это довольно-таки сложно, то есть это не для всех. Немножко миф о том, что в Армении вот тебя ждали, именно тебя, ты должен был вернуться, да? Немножко вот этот миф у меня рассеялся. Потом я постепенно привыкла, потому что осознала, что люди везде есть люди, и везде есть как хорошие, так и плохие. Большинство людей, оно судит по Армении по двум показателям. Первое – это они просто приезжают и смотрят вот внешне чисто, да, что происходит, и делают какой-то свой вывод, или хороший, или плохой. А вторая часть даже не приезжает, а просто общаясь с людьми, у которых здесь что-то не сложилось, или людей, которые давно уже сами отсюда уехали, и давно уже сами не понимают, что здесь происходит. Они начинают, соответственно, накручивать, и у людей складываются некие стереотипы, да,
в отношении сегодняшней действительности Армении. Некоторые из них имеют место быть, но большая часть – это достаточно такое просто вот отрицание и нежелание. Если мы в чужой стране смогли адаптироваться и решить свои проблемы, то тем более в нашей стране, я думаю, нам значительно легче. Я думаю, что в перспективе все должно быть хорошо. На данном этапе вот этот переходный период у нас, который затянулся, но он все еще переходный. Ну, тяжело. Здесь интересно, здесь очень много плюсов. Открытая страна, безопасная страна для тебя, для твоего ребенка. Здесь может, то есть, но есть и много минусов. Если ты хочешь спокойную европейскую социальную жизнь, этого здесь не будет. Будет очень интересно, весело. Ты можешь добиваться своего, ты можешь думать, что ты добиваешься своего, причастен к каким-то изменениям. Все на ладони, общение, разные уровни и так далее. Это очень интересно. Мне нравится моя жизнь здесь. Я люблю свою жизнь здесь. Правда люблю. Я свою команду, свою жизнь, своего мужа, своего ребенка. Мне нравится, что здесь происходит. Но это нелегко. То есть ты должен постоянно быть в боевой стойке. Все. Все эти проблемы не решаются, просто нужно время и терпение, и я этому здесь тоже научилась. Просто нужно работать, нужно что-то делать, нужно верить и ждать, и все будет. Так. Да, ты зарабатываешь меньше денег, зато ты тратишь меньше денег, да. У тебя, может быть, в бизнесе не так, нет такого вот активности, зато при этом тебе не надо по 12 часов проводить на работе. Да? Экономические проблемы – это не самое плохое, что может случиться с человеком. Конечно, мысли что-то здесь организовать, каким-то образом какой-то бизнес у меня есть, и я думаю над этим. Здесь ты можешь очень многому изменить. Например, я с очень маленьким бюджетом в другой стране вряд ли бы смогла открыть компанию. И я вряд ли бы смогла вот так обучать и вот как бы реально получать опыт, удовольствие. И я надеюсь, что мы через несколько лет добьемся международного, да, как бы уровня в работе. Это в другой стране невозможно. Мы хотим, чтобы наша компания была лучшим рабочим местом в Армении, честно. Это вот моя цель. Мои ребята, которые, они молодые все, они с опытом. Чтобы они все не хотели уезжать за границу, не потому что они не могут, не потому что они финансовые, а потому что они не хотят, потому что мы им даем эту возможность. Я не просто хочу иметь, да, диплом врача и просто приходить на работу. Я бы хотела, естественно, помогать своему народу. Я хочу, чтобы это было не только фламенко-школа, я хочу приглашать преподавателей из Испании сюда и знакомитесь с культурой Армении, потому что есть очень много каких-то общих моментов, и они много что могут взять для себя, взять в это свое искусство. Искусство там, из Кумитаса, из Саятновы, из всего того, что здесь окружает нас, эти горы, эти камни, это солнце, они это очень много могут себе взять. Когда утром просыпаешься и видишь солнце, и слышишь пение птичек, вот это вот такой позитив с утра, с которым ты просыпаешься и бодро идешь там, на работу или по делам. То есть в последнее время мы с мужем наблюдаем, что вот эта молодежь, которая сейчас 14-15 лет, которые ходят всякие вот ТУМО-центр, они такие позитивные, и на них смотришь и понимаешь, что вот я хочу, чтобы мой ребенок тоже был таким. В конце концов, мы, наверное, живем по тому принципу, что надо, конечно, прожить максимально свою жизнь так, чтобы было что дать детям, да, имеется в виду не только финансовые блага, это вторично, но вот чтобы они выросли полноценными людьми. И вот это, наверное, самый большой, что называется, челлендж в сегодняшнем мире – вырастить детей так, чтобы не было через 20 лет стыдно за собственные решения. Ереван, наверное, это тот город, и Армения вообще-то та страна, наверное, то, к чему я так стремилась, и то, что мне не хватало. Я чувствую себя абсолютно, откровенно скажу, счастливым человеком. Я такого позитива, наверное, не чувствовала за все 20 лет. Здесь мои люди, здесь мое все, моя атмосфера, мое солнце, все, что я из себя представляю, здесь оно есть. Да, я очень счастлива. На все 100%. Да, очень счастлива. Я, честно говоря, даже когда выезжаю, да, у нас каникулы когда бывают, там на 10 дней или на неделю, я каждый раз задаю себе вопросом, как я могла более 20 лет жить вне Армении.